Долгое время эту часть Центра культуры и отдыха занимал ночной клуб. Теперь здесь будет арт-центр «Авангард». Открытие приурочат к старту фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда». Над оформлением дебютной выставки здесь трудятся молодые художники из Иваново и Ярославля. Очень интересные ребята из Ярославля. Это проект «Нулум». К сожалению, сейчас они в процессе работают, не будем их отвлекать. Это интересное сообщество стрит-артистов, которые делают такие классные сюрреалистические концепты. Мы с ними познакомились и пригласили их. Глядя на работы современных художников, кажется, что на полотнах изображены абстрактные композиции, зачастую негармоничные, мало напоминающие традиционную живопись. К примеру, этот красный квадрат, выполненный в технике мольбус, олицетворяет портал в другие измерения. Впрочем, кто-то другой может разглядеть здесь совершенно иное. Даже порой бывает так, что сам автор, он не контролирует себя в момент написания, то есть он там попадает в некий транс, ну, по-хорошему, и уже осознает то, что он сделал, уже после того, как работа написана, либо она после того, как ее увидела публика. Редкая выставка современного искусства обходится без оригинальных инсталляций. Каждая несет в себе важный, порой остро социальный смысл. Художник Павел Пятов завершает композицию «Да, нет, наверное». Рядом другая объемная работа. У меня есть инсталляция «Пингвин». Это мусорка. И рядом с ней будут огромные окурки. То есть это, так я понимаю, видят люди, которые бросают окурки мимо урны. В дальнейшем арт-центр «Авангард» станет альтернативной площадкой для выставок, инсталляций и перформансов. Сюда можно будет прийти с друзьями, почитать книгу или выпить кофе. Своеобразный аналог столичного творческого пространства, где нет жестких рамок и строгих правил. Некоторые, конечно, работники центра пока еще немножко пугаются этого современного искусства, спрашивают меня, что это. Вот. Я говорю, что это такие новые веяния, современные художники. Организаторы приглашают прийти на выставку всех, кто не боится узнавать что-то новое и открывать для себя неизведанные грани искусства. Открытие 21 сентября в 18:00 в «Авангарде» Центр культуры и отдыха. Вход, к слову, бесплатный. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.